Сегодня мы изучим узел булинь, или по-другому называется беседочный. Я уже выставил узел беседочный, который завязал со стороны, с внешней стороны. Но сейчас я покажу классический вариант, и потом покажу так, как я делал раньше, в предыдущем фильме. И мы сравним их. Вот я сейчас показываю классический вариант, когда как бы завязывается узел от себя. То есть представьте себе, что вы там накинули на стол петлю и от себя завязываете этот узел. Вот этот узел уже почти готов. И сейчас мы его затянем. Я сделаю так, чтобы было очень хорошо видно, как узел выглядит, его форму. Вот. А сейчас сверху по нему я завяжу такой же узел точно, но только со стороны, когда с наружной как бы накидываешь петлю на столб и от себя завязываешь, то есть на себя завязываешь. Вот смотрите, я делаю все то же самое, только петля теперь не на меня лежит, а от меня лежит, от моих рук туда. Вот я делаю точно такую же петлю, также провздеваю конец. Все делается, все то же самое, как и классический узел булинь. И затягиваю его. Вот сейчас вы увидите, я положу их вместе. Вот так вот. И сейчас я сниму их немножечко отдельно и поближе, отдельной картинкой. Вот, вы видите, что они абсолютно одинаковые. Сейчас поближе покажу. Вот два абсолютно одинаковых узла. Всего вам хорошего. До свидания. Спасибо за просмотр.